Игорь Богданов из хутора Чембурка пришел просить об установке детской площадки. Решение было принято на месте. Этим летом в городе и сельских округах появилось 11 игровых зон и 2 тренажерных комплекса, подаренных муниципалитету депутатами ЗСК. Сейчас на очереди установка второй партии. Одну из детских площадок установят как раз в Чембурке. С просьбой о помощи в газификации многоквартирного дома по улице Шевченко, 156 в Анапе, обратились к главе города жители. Чтобы выполнить все техусловия, нужно присутствие собственников 100% квартир, а некоторые из них живут от Камчатки до Калининграда. Было принято решение подготовить письмо на ресурсоснабжающую организацию с просьбой подать газ в те квартиры, где уже проживают люди. Житель станицы Анапской рассказал о своей беде. Улицу Октябрьскую несколько лет назад отсыпали муравым щебнем. В дождь теперь здесь лужи, в жару пыль. Глава Анапы поручил управлению ЖКХ включить улицу в формирующийся на следующие годы график, а пока помочь с хорошим гравием.